И снова здравствуйте! Вас приветствуют последние новости. В этом выпуске мы поговорим о российских лыжниках. Лыжники Александр Большунов и Андрей Парфенов выиграли командный спринт свободным стилем на чемпионате России, который проходит в Архангельской области. Результат победителей составил 18 минут 52 секунды. Второе место у Дениса Спецова и Ивана Якимушкина. Их время 19 минут. Третьими к финишу пришли Иван Горбунов и Андрей Мельниченко. Они отстали от лидеров на 13,6 секунды. Напомним также, что на чемпионате России прошли индивидуальные гонки свободным стилем. Победителем мужских соревнований стал Андрей Мельниченко, женских – Наталья Непряева. А мы поздравляем всех победителей с заслуженными наградами. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!